Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Белый Ежик, и с вами Дмитрий, и мы продолжаем Снайпер Элит 4. Ну что ж, основная задача — это найти Софию, она же Ангел. А она где-то в замке, где, очевидно, полно немцев. Интересно, почему ее так назвали Ангелом? За что она получила свое прозвище? За свое ангельское личико или за свои деяния? Хотя миссия называется «Ангел милосердия», наверное. Много добра, наверное, сделала, но не немцам. Ух ты, какой упитанный. Макарио Франтини однажды видел Дуччи. Я тоже много кого видел. Винтери Греко, ветеран Северной Африки. Вы что, близнецы? Ту-ту-ту-ту. Ой, как же быть? Как же с вами быть и как с вами поступить? Наверное, будем делать так. Прости, Макарио, больше ты никого не увидишь. Они не знают, где я, но... знают, что начался их отстрел. Кто? Кого я вижу? А там почему-то немцы. Отто Шлиме, друзья-солдаты считают его туповатым. Да, у тебя глаза не очень умного человека. Посмотрим, сможешь ли ты увернуться от пули. Карла. Ох, прости, друг. Точно по центру. Укрепление раскрыто, немцы атакуют. Ну, ух ты, какая подсечка. Жалко, но надо добить. Хотя, может быть, я, конечно, не знаю, может быть, раненого и можно оставить, и он, в принципе, не будет нам мешать продолжать выполнять свое задание. Меня эта канистрочка прям очень беспокоит. Что это за ошметки прилетели? Надо носить каску, друг. Что ж ты в берете пришел на войну, а? Да что же ты такой прям? А по тапочку тебе? А еще раз? Куда же ты побежал? Звать товарищей нацистов? Блин, надо патронами-то разжечь. Да, ничего себе. Готов. Этот-то готов. Но нашумели мы делов, мы наделали, Карл. Ты снайпер или не снайпер? Ты должен работать скрытно, на. Это мне очень пригодится. Пригодится ему. Ты еще ни от чего не отказывался. Тебе все годится. Ну вот что делать? Только убирать его. Как по-другому? Немецкий офицер, что ты там наводишь? Выстрел в глаз. Надеюсь, нас перестанут в скором времени искать. Патроны, патроны, патроны. Тут больше ничего нет. Да, Карлуш, с твоей методикой огня патроны тебе просто необходимы.
некогда любоваться красотами. Потом. После войны как-нибудь. Сейчас нам нужно отыскать и увидеть ангела. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Зачем ты его взял, Карл? Брось его. Ну, высунь свою головку. Вот так, неудачно, да? Неудачно. Посмотрим-ка, что у этого офицеришки. Карлуш. Изогнуло, как его изогнуло. Не очень удобно лежит. Давай-ка его переложим на солнышко. Вот так. Обыскать его почему-то нельзя. И здесь ничего нету. Все чисто. Все прям чисто. О, ящик. Давай-ка пороемся. Карлуш. Да, звуковые боеприпасы. Это очень хорошо. А вот эту вот ерунду мы сломаем, а вдруг нам шум пригодится. Так. Обыщем. Не густо. Так, так, так. Перед нами прям целый замок. Старинный. Куда же нам держать-то путь? Ух ты, оказывается, можно было как-то пробраться в него и вот здесь. Даже проще. Но настоящие герои не выбирают простых путей. Мы сразу в лоб через главные двери. А так бы было бы сюда пробраться. По этому пути прям замечательно. Надеюсь, не опоздал. Установите таймер. Все, дружок, хватит смотреть на огонек. Отбегаем-ка назад. И... немцы, наверное, в шоке. Они думают, здесь целая армия. А здесь всего лишь один Карл. Сколько трупов? Кто это, если не я? Ангел? София? Ты должна быть ангел. Есть разговор. Снайпер УСО. Не, ну что выглядит так ничего. Рады. Милая девушка. Она спасла нас. Чего ты ждешь? Давай поговорим. Да вы что? Мы вот такие молодцы и закончили миссию. Ангел Бетанти. Я нашел Софию де Рокко, лидера местного сопротивления в разрушенном замке в Бетанти. Партизаны прозвали ее Ангел. Она защищала их от нацистов и итальянских коллаборационистов. Ух ты, и такие даже есть. Американская и британская разведки хотят, чтобы я разжег пламя сопротивления против нацистов, и Ангел сыграет в этом главную роль. Ну что ж, ребят, спасибо, что смотрели меня. Не думал, что все так будет быстро. Но бывает, наверное, и так. Пока-пока. До новых встреч.